обязательно надо поставить, его надо поставить. Мы довольны тем, что вот тут возле него. Мы смотрим, гуляем тут все время. Да, благодарю, пожалуйста, ставьте, мы не против, нет. Да, очень довольны, мы очень довольны парком, конечно, и ту работу, что он сделал. Очень благодарны, мы только за. Ему-то и стоит поставить, конечно. Стоит, стоит. Он хороший был мэр. Такого у нас мэра уже не будет. Стоит, я очень хорошего мнения об этом мэре, человеке. И я считаю, что нужно, потому что он показал, как надо работать мэром в таком городе, как Кременчук. Я думаю, да. Это мэр из мэра в мэр. Конечно, стоит. Почему? Ну как это, он столько для города сделал. Начинаю, я живу на Молодежном, вообще прелесть. И дом привел в порядок, и вокруг все, чистота, порядок. Навел. Да, обязательно. Там все хорошо было при нем. Зеленый город, якийсь, так все добре было дуже. Безусловно, конечно. Вообще-то я работаю в троллейбусном управлении уже 34 года. И так как Олег Мейданович относился вот к нашему управлению, к нам, его сейчас действительно не хватает. И как хозяйственник он был очень хороший. Я считаю, что стоит. Я его очень уважала. Да, конечно. Он, конечно, был единственный мэр, кто у нас действительно что-то сделал для Кременчуга. Считаю, что стоит. И считаю, что достоин. Он достойный был мэр, достойный человек. Поэтому я считаю, что да. Много хорошего сделал для города, на самом деле. Ну и люди его помнят, и люди о нем хорошо отзываются. Просто так этого не бывает. Значит, хороший человек. Ну а памятник хуже не будет, это точно. Конечно, стоит. Я много прожила, мне 73 года, но сколько я не живу, такого хозяина, как вот это у нас был, не было. Так что он молодец. И то, что говорят, что и то, не так, и то, он не успел еще сделать все так, как бы молодым хотелось.